По данным опросов, проведенных на интернет-сайтах, далеко не все мечтают о материальных подарках. В моде сейчас игры в пейнтбол, прыжки с парашютом и корпоративные квесты. Количество любителей активного отдыха увеличивается. Вот и женская половина нашего телеканала решила посоревноваться в меткости. Подробности в следующем материале. О соревнованиях по пулевой стрельбе они привыкли рассказывать в эфире, но в этот раз роль спортсменов они примерили и на себя. Обучить новичков инструкторам клуба «Витязь» не составило труда. Его воспитанники не первый год занимают лидирующие места в престижных турнирах. В оружейном арсенале клуба уникальные модели. Пистолет очень простой довольно-таки, да? Он стреляет за счет сжатого углекислого газа, CO2, видите, баллончик здесь стоит, да? Вот. Это разработан был стрелковым союзом России специально для начальной подготовки. Вот здесь есть такие наклеечки. Эти наклеечки, тут написано «Первенство России», «Юный стрелок России», тут еще «Первенство России». То есть это регалии пистолета, то есть что он прошел. Но прекрасной половине нашей редакции довелось освоить не только пневматический пистолет, но и винтовки. После устного инструктажа – практические уроки по методике подготовки профессиональных спортсменов. Корпус тела просто чуть назад откидываете. Вот у вас противовес. Стреляем из ружья. Стрелять из пистолета оказалось достаточно занимательно. Я настреляла на целых 3 мишени. Мне очень нравится. Лет 5 назад я уже как-то так в таком виде стреляла, и шариком, и дуэли были. С пистолетом я хуже дружу, чем с ружьем, ружье мне ближе. А кому-то пришлись по душе и холодные виды оружия – арбалеты и ножи. До похода в тир девушкам их доводилось использовать только в хозяйстве. По мне, не знаю, стало больше позитива, наверное. Я пришла сюда с очень таким негативным настроем, потому что я особо люблю всю эту тематику с оружием, но немножечко тут побыв, постреляв, поизготав ножи, я поняла, что это очень весело, здорово, и, возможно, пришла бы сюда еще раз. С уроками стрельбы прекрасная половина нашей редакции справилась на отлично. Есть! Самое главное, что нужно, чтобы попасть в мишень, в точку? Нужна хладнокровие, уверенность. Я стреляла летом в лагере «Орленок», но это было несерьезно, здесь все посерьезнее. И я рада, что я стала чемпионом среди девочек. Вообще, отмечают в клубе «Витязь», пулевая стрельба стала популярным видом спорта. Здесь занимаются у нас и дети, то есть подрастающее поколение. У нас 12 лет у нас дети занимаются. У нас 2 девочки на сегодняшний день. Одной 13, другой 15 лет. Выполнили нормативы кандидата мастера спорта. Здесь готовится сборная, как я сказал, республики по пулевой стрельбе. Мы выезжаем на всероссийские соревнования. То есть, в принципе, здесь созданы все условия для того, чтобы человек пришел, научился стрелять и получил полное удовольствие. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Александр Магарин, Андрей Шоклев. Республика.